Ну что, всем добрямба. Соскучились за мной? Сейчас мы оденем что-нибудь красивенькое. Доброе-доброе утро. Финчики. Покачайте головой. Пишет. Вот, будем сегодня с лучшей версией себя. В солнечном свете. Сейчас Инстаграм немножко повести, дадим ему немножечко времени. И сегодня поговорим на тему из минуса в плюс. Потому что, как всегда, пост не дает возможности максимально раскрыть тему, да, раскрыть то, о чем я хочу сказать, донести мои инсайты, которые меня посещают, когда я гуляю сейчас каждый день по 10 тысяч шагов. И такой главный наш прорыв, мой, наверное, но пусть будет наш, что я сейчас это делаю не одна, а делаю это с супругом, и вместе веселее. Вот, привет-привет, кто присоединяется. Привет-привет. Доброе-доброе утро. Мой саботаж закончился. Как говорит Артём Нестеренко, саботаж — это хорошо. Вот, меня в четверг, да, и в понедельник вчера я не вышла в эфир. Вот, но ничего, саботаж закончился. Мы с ним разобрались, и сегодня поговорим на тему из минуса в плюс. Можно с разных сторон, да? Very beautiful. Благодарю. Thank you. Вот. Из минуса плюс это можно брать из разных, разносторонне, да, рассматривать из минуса в плюс любые ситуации. Но у меня такой вот... по поводу наших желаний, да, вот такое вот вчера у меня пришло, такое вот по поводу наших желаний, что вот мы вот хотим чего-то. Пламенный привет, мол, горжусь им, что Андреем с тобой поддерживает. Хорошо, Сатулечка, я ему передам. Он еще и курить вчера бросил. Вот. Тоже пошел по этому пути, в общем, поддерживает меня во всем, можно сказать. Вот, получается, что мы желаем, да, чего-то там, наши мечты и желания там не имеют места быть, да, то есть как бы остаются на уровне каких-то хотелок, вот, там, либо мы пишем мечты и желания, то есть, ну, это вот у меня такое вчера пришло, не знаю, кто-то, может быть, через другую аналогию какую-то проведет, и почему у нас, ну, вот, как бы, там, не исполняется. Я в автобусе, хорошо, Светуля, убираем перфекционизм, то есть все нормально, вот. Почему вот эти вещи, да, то имеют место быть, то не имеют места быть, и вот все от того, во-первых, насколько мы этого хотим, вот, а во-вторых, вот как я вчера в посте писала, да, то есть вот это вот выражение, куда фокус, да, куда мысль, Наташ, доброе-доброе утро, куда мысль, туда и энергия. И я не очень понимала до последнего дня, наверное, как это, да, то есть вот как это. И я последний, может быть, неделю где-то сижу плотненько на Тони Робинс, да, то есть слушаю его там короткие ролики, даже на канал у себя выкладывала то, что вот у меня впечатляет, какие-то мысли дня оформляю тоже, да, то есть послушав Тони Робинса. И вот получается, что мы вроде бы хотим, вроде бы желаем, а наш фокус, то есть мы вроде это написали, да, то есть в лист там, в лист желаний или там карту желаний, то есть там или еще что-то, да, то есть мы написали, вот, и как бы, и хорошо, да, то есть, ну, как бы очень часто даже это не доходит до визуализации, это не доходит до оформления карты желаний, это где-то каким-то списком, там, не знаю, то есть у меня было это в блокноте, там, или еще что-то, мечтаю, желаю, даже самое маленькое, что хочешь, на нет, и уже, да, то есть получается, что, ну, вот, и
И во всяком случае, какой вот я для себя вывела такой момент, что вот мы мечтаем, мы желаем, мы хотим, при этом, то есть вот этот фокус, да, то есть фокус направлен на что-то другое. То есть мы мечтаем, не знаю, жить на побережье, да, так замахнусь. Мы мечтаем жить на побережье, а наши мысли направлены о том, где взять денег, чтобы кредит заплатить. Понимаете, то есть о чем я говорю? То есть ты вроде бы хочешь вот к тому, что вот ты вот того лучшего для себя, а концентрируешься на том, вот на сегодняшний день, а на сущном, да, то есть получается, ну, казалось бы, да, а как на этом не концентрироваться, да, ну, вот, ну, это же нужно сделать, ну, может быть, как бы и нужно это, да, то есть, вот, но просто это между строк, вот как бы, чтобы вот эти насущные проблемы были где-то между строк. А все-таки основной фокус и энергия была направлена на то, чего ты вот хочешь. И если спросить, чего ты хочешь, вот я очень часто, когда коучи провожу у людей, да, то есть спрашиваю, чего ты хочешь? И люди автоматически начинают отвечать, чего они не хотят. То есть не хочу того, не хочу того, не хочу того. Я говорю, ну окей, ты перечисляешь то, чего ты не хочешь, а чего ты хочешь? И то же самое наши мысли, подлюки такие наши мысли. Они вроде бы ты вот здесь сидишь, концентрируешься, взял ручку, взял блокнотик, пишешь, чего ты хочешь, записал, замечтал, зажелал. Блокнотик закрыл, отложил, все. И твой фокус направлен на то, на бытовуху. Вот я вчера это назвала бытовухой. Вот, чего-то хочешь. А что ты сделал для этого? Но это такие, да, это как бы классические вопросы, да, то есть что ты сделал для этого? Вопрос, то есть вообще где твой фокус? То есть когда твой фокус будет направлен на твое желание, то вот эти действия, они будут приходить сами собой. То есть у тебя даже не будет возникать вопроса, что ты сделал для этого? У тебя будут чесаться пятки, да, вот я так понимаю, как вот это вот выражение факел под попой, да, у тебя будет, потому что твой фокус направлен, то есть если ты хочешь, не знаю, поменять что-то, да, то есть, ну, вот принять решение, да, поменять что-то. Ну, вот, допустим, на себе приведу пример на себе. Я себе поставила такую, ну, можно сказать, задачу, да, проводить две встречи в день. Вот. При этом мои мысли были направлены на то, бляха-муха, почему у меня нет встреч? Ну, то есть, понимаете, я думала о том, почему у меня нет встреч. У меня нет встреч, у меня нет встреч, у меня нет. И сегодня у меня нет встреч, и завтра у меня нет встреч, и послезавтра у меня нет встреч. Как думаете, встречи у меня были? Ни хрена не было встреч. И как только я для себя принимаю решение, что мой фокус внимания направлен на то, как я могу создать встречи, как я могу создать. Это раз, да, то есть как я могу создать встречи. И я, как только у меня начинает мысль уходить в тот момент, нет встреч, я как я могу создать, да, то есть я как придумала для себя другое, да, то есть позитивное, то есть нет встречи, это будем так называть негативное, вот, а вот как я могу создать, это позитивный формат, да, так назовем, то есть положительный формат. Как я могу создать? Что я еще могу сделать? Что я могу докрутить? Что я могу сделать там? Могу список вообще написать, да, то есть прописать список, как я могу создавать эти встречи. Начала писать, написала несколько пунктов. Ага, а что я еще могу сделать? А что я еще могу сделать? А что я еще могу сделать, да, то есть, ну, как бы каждый раз просто в голове я это прокручиваю для себя, и каким-то волшебным образом начинает происходить, ну вот как это называют, чудеса, да, то есть один написал, хочу к тебе навстречу, вторая написала, я очень-очень хочу к тебе навстречу, да, то есть я очень-очень хочу с тобой пообщаться, то есть
И вот таким образом это работает. То есть почему вот у меня как бы щелкнуло, да, вот это из минуса в плюс, когда реально на чем мы держим, вот, привет, привет всем, кто присоединяется, на чем мы держим фокус, да, то есть вот именно вот фокус внимания. То есть если ты держишь... И, во-первых, когда, ну вот если опять же вот разбирать мою ситуацию, да, то есть на примере моей ситуации, у меня нет встреч, да, во-первых, я впадаю в уныние, разочарование, по энергии я ухожу в минус, да, соответственно, у меня возникает желание вообще что-то делать, нифига не возникает никакого, ни... Нам, можно так сказать, не возникает никакого желания. То есть все, у меня начинается полная вообще стагнация, я ничего не хочу делать. И мне вот все, встреч нет, и все пипец. При этом, когда я перенаправляю свой фокус, как я могу создать, да, то есть встречи, что я еще могу сделать, что я могу докрутить, а, может быть, мне какой-то пост написать, а может быть, мне прямой эфир провести, а может быть, мне сторис какой-то сделать, а может быть, видео на YouTube залить, да, там, а может быть, поделиться чем-то на своем телеграм-канале, да, то есть и вот такие разные моменты, способы используешь при этом, допустим, для того, чтобы тебе там написать пост или написать подкаст или там еще что-то, то есть нужно получить какой-то полезный контент, да, в себя вложить, то есть что-то через себя пропустить, то есть я еще плюс получаю, да, как это, перерабатываю полезный контент, получаю какой-то опыт, этим опытом делюсь, то есть получается такая какая-то энергетическая вороночка, да, то есть что ты не в каком-то унынии находишься, а наоборот, ты вот в этот вот подъем в себя вводишь. Вот. Вот, как-то так. Вот как-то так. Вот, и из минуса в плюсы, вот у меня еще, знаете, такой момент, вот хочется прямо им поделиться, вот за эти дни, буквально там, за 2 дня, которые я там писала тест, создавала тест, создавала систему, там прописывала, ну, не то, что систему прописала, а оформляла систему. Ну, в общем, меня было мало в сторис, потому что, ну, были такие мозговые моменты, и не хотелось отвлекаться. Вот. При этом вечерком я посмотрела несколько интересных моментов. То есть посмотрела один прямой эфир, вот, и прочитала один интересный пост, который вот такие параллели у меня провели, да, то есть вот это вот из минуса в плюс. Катюша, привет-привет, у тебя прям еще очень рано. Ты так домой добираетесь, наверное, с Москвы. Вот, и получается, когда вроде бы, вот смотрела прямой эфир, вроде бы говорилось о благом, да, о том там, о сохранении красоты, о там сохранении здоровья, о том, о сём. И говорилось с позиции: в аэропорт приехали домой, круто, поздравляю вас с приземлением. Вроде бы говорилось-то все классно, говорилось-то все о нужном, но с позиции говномагнита, я вот так скажу, что вот если ты не будешь делать это, то, короче, ты будешь там дряхлой старухой. Если ты не будешь делать это, то у тебя там будет онкология. Если ты не будешь делать это, то у тебя там будет еще что-то. То есть вроде бы о благом, да, то есть, ну как бы, а тема интересная, но с позиции, ну, вот этого вот говнеца, и мне реально даже не хотелось там смотреть, задерживаться, то есть потому что, ну, и так у нас... как говорится, в мире дофига всего хватает, да, вот этого там, и в интернете, и в телевизоре, вот это оно сыпется, и хочется как бы какой-то такой другой информации, да, потому что мы привыкли из страха, да, то есть вот из минуса, вот из страха прийти, да, к чему-то, вроде бы, да, понятно, там, из страха, вот, а вот как с позитивной точки зрения, да, к этому прийти, вот, допустим, пробросить курить, да, то есть вот у меня очень сейчас такой пример, да, бросить курить,
Бросить курить меня не мотивировало. Не то, что там у меня рушится здоровье, что у меня рушатся сосуды, что у меня там засоряются легкие, что у меня там сердце работает не так, да. То есть я знала все эти отрицательные моменты. Я знала, какой вред приносит курение моему организму. Но при этом 7 лет я не могла бросить курить. Как говорится, хотела, но не могла. Была таким импотентом. Хотела, но не могла. Потому что не работает мотивация из минуса. Ну, не работает. Она может на какой-то момент помогать, да, каким-то достижениям. Но потом ты понимаешь, что тебе просто надоедает быть вот в этом говнеце, и ты хочешь чего-то другого. И, ну, я привела пример, то есть, ну, не то чтобы пример, то есть, а у меня было два вот этих примера, то есть прямой эфир, такой вот, скажем, с говнецом, да, вот, и пост, я прочитала пост, который прям реально, вот, ну, вот эти две параллели, да, вот прошли вот эти две параллели, думаю, блин, ну вот как классно, можно просто написать про гель для душа. Да, то есть не просто, что нужно мыться там правильными гелями, да, то есть как можно было бы написать про гель для душа, да, то есть если ты будешь мыться гелем для душа с магазина, вот этим дешманским, да, там с сульфатами, с парабенами, там тра-та-та, опять твоя печень накроется, там, тоси-боси, ляси-тряси, да, то есть вот эту позицию минуса написать. Нет, а я читаю про гель для душа с положительной стороны, да, то есть как он пахнет тропическими там какими-то там этими травами и то и сё, то есть и вот эта вот красивая положительная картинка, что мне хочется уже взять этот фуфырек и прям и ощутить на себе вот этот и аромат и вот эти ощущения от этого геля для душа. Казалось бы, просто гель для душа, но о нем так вкусно написали, что захотелось взять этот фуфырек и попробовать этот гель для душа. То есть это состояние вот это вот именно с позиции плюса, да, то есть не то, что он вред не нанесет, да, а вот именно какой вот этот вот положительный эффект я получу, ой, простите, от применения геля для душа. Так и вот этот момент, да, то есть про то, что мы сейчас уже говорим почти 15 минут из минуса в плюс, просто нужно начать контролировать в голове у себя. Ага, поймала себя, о чем думаю сейчас? О чем думаю сейчас? А если я буду об этом думать сейчас, то куда меня это приведет? Куда эта мысль меня приведет? В какое состояние она меня приведет? Она мне понизит энергию, повысит энергию. Что я получу, да, то есть если я буду делать эти мысли, буду думать эти мысли, да, то есть если я говорила про себя, у меня нет встреч, да, я ходила, я думала, у меня нет встреч, я не умею продавать, там, ну, еще там всякие разные говняные мысли я думала, ну, как вы думаете, то есть были у меня встречи, были у меня продажи, да ни хрена у меня ничего не было, потому что я так думала, мне так было удобно думать, я так хотела думать, мне удобно было вот в этом говняном энергетическом состоянии. Мне же нужно было оправдать себя как-то. А оправдать что? Свое бездействие, да, потому что нету мотивации. Вот нету мотивации, пока вы не зарабатываете 3000 долларов в месяц. Есть только дисциплина. Дисциплина и действие. И когда вот на сегодняшний день у меня появились те моменты, когда ты реально говоришь сама себе «нет», да, то есть говоришь какие-то наоборот вещи включаешь, чтобы себя дисциплинировать, да, то есть и это отслеживать, чтобы это у тебя было каждый день. Тогда ты четко понимаешь вот эту вот фразу, да, что нету мотивации, есть дисциплина. Хочешь, делай, но при этом делай, не ожидая чего-то взамен. Просто делай, и тогда к тебе все придет. Ну, очень часто мы же делаем и ждем. Делаем и ждем. Ага, мне же сказали, если я буду делать зарядку каждый день, то это там бабосов в кошельке добавит. Ну, я грубо утрирую, конечно, очень. Если ты будешь делать вот это, то у тебя прибудет вот это. Если ты будешь делать вот это, у тебя прибудет вот это. И мы такие вот делаем и ждем, а не надо ждать, потому что вот это ожидание, оно рушит вот этот путь, по которому к вам идет то, что нужно.
Вот, делайте без ожиданий, или там сделал добро и ждешь, что тебе в ответ пролетит добро. Сделал, просто порадуйся, что ты сделал, что у тебя была возможность сделать это добро, причинить кому-то добро, да, то есть, ну, да, не то чтобы там добро, там, а радость доставить, удовольствие доставить. Все. И не надо ожидать, потому что начинаем думать, вот, я это делаю, это делаю, это делаю, это делаю, ни хрена у меня ничего нету, потому что ты сам своими мыслями все разрушил. Да, потом подвел черту, и ничего у меня нету. Вот это делаю, 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 и нету. А потом еще вот это делаю, и нету. А потом вообще перестал делать, забил, да, то есть вообще перестал делать, потому что нету результата, нету. Вот, поэтому контрольте мысли, я думаю, что это будет полезный опыт, и меня реально так вштырило, вот буквально последние 2 дня я ходила с этими мыслями, вчера родился пост, сегодня родился такой коротенький прямой эфир на эту тему, кто в эфире может вопросы задавать, коротенький такой прямой эфир на эту тему, вот именно прям из минусов в плюс, казалось бы, вроде бы просто, да, контролить свои мысли и их перенаправлять, вот из минусов в плюс, но вот мой личный опыт, я эту информацию слышала уже очень давно, ну, год-полтора точно, да, про фокус, куда фокус, туда и внимание, да, куда фокус, туда и энергия, ну, очень давно, то есть я слышала про эту информацию, и только спустя вот какое-то, ну, довольно долгое время я, ну, как бы, ну, я не знаю, год, это долго или недолго, или там полтора, ну, в общем, спустя какое-то время приходит четкое осознание, как это, то есть четко, потому что, ну, видимо, я на других вибрациях, видимо, я на других каких-то этих энергиях нахожусь. То есть и пришло вот это четкое понимание, да, как это сместить фокус, как это поменять фокус. Даже вот, ну, меня спрашивают, то есть, ну, вот про курение, да, то есть вот не куришь там, сколько там уже сегодня, 23-й, да, день. Чего и не хочется, а что там мне-то? Мне даже на днях приснился сон, что я во сне закурила, и я такая, фу, блин, гадость, я же бросила, такая, думаю, фу, нафига вот опять взяла эту гадость в руки, вот, даже во сне, то есть, даже во сне я ее бросила, обычно рассказываю, что во сне там курят, получают удовольствие, там, это, нет, я даже во сне ее бросила, вот, видимо, мое подсознание тоже от этого отказалось. Я абсолютно спокойна, я абсолютно нормальна, мне не тяжело, мне хорошо, мне наоборот хорошо, но это долгий путь, да, то есть, ну, вот долгий путь, которым я шла, да, то есть, ну, я к тому, что 7 лет я к этому шла, 7 лет я себя мыслями убивала, ругала, гнобила, чмырила, что я хотела бросить курить, но не могла, да, то есть вот это импотентом была, скажем так, Наташа, доброе утро, то есть хотела бросить курить, но не могла, такой вот импотент, потому что оправдашки себе искала, потому что мой мозг не понимал, для чего мне это нужно, потому что какой-то позитивного фокуса я для себя не видела. Привет, привет, Наташа, доброе утро. Какого-то позитивного вот этого вот фокуса я для себя не видела. И при этом, как, вот я всегда говорю, что вот мысли, да, и плюс уровень нашей энергии. Когда выходишь на абсолютно другой уровень энергии, когда у тебя вибрации немножечко другие, то вот все, что вот негативное, да, то есть там никотин, алкоголь, там еще что-то, оно просто становится ненужным. Тебе без этого очень хорошо. Вот, без никотина, без алкоголя, то есть и танцевать можно, да, и веселиться, и куражиться, то есть абсолютно без этого все можно, потому что, ну, я не знаю, кто придумал, просто что там нужно, допинг какой-то, но можно и без этого, когда, ну, вот уровень энергии, почему легко, да, то есть мне вот, ну, тебе вот так легко, да, удалось бросить курить, потому что вышла на другой уровень энергии, да, то есть год проработки себя,
видимо, просто так бесследно не прошел. Другой уровень энергии, другие мысли, другое направление, да, то есть энергии. Поэтому все так гладенько у меня и проходит. То есть, ну, абсолютно. То есть я хочу сказать, что это гладенько, да, то есть первая неделя, ну, была такая, вот я ее назвала, период беременной женщины, когда ты не знаешь, чего хочешь. Но я это заменила на ходьбу в 10 тысяч шагов, да, то есть как только меня начало поджуживать, при этом я не хотела курить, мой просто организм, вот это состояние, я не знаю, чего я хочу, то ли что-то скушать, то ли выпить, как говорится, ну, там, чай попить, там, или там морса, или водички, или там газировочки, у меня было 2 дня, я прям ласточки хотела, вот прям вот эта газированная вода, вот эта ласточка, вот, прям мне хотелось ласточки, я, наверное, такую полбутылки залпом выпивала, то есть, ну, как бы, я говорю, такое состояние беременной женщины было, вот, потом все, то есть через недельку оно отпустило, то есть вот это вот почесуха ушла, и абсолютно спокойно, нормально, как говорится, сейчас и ходим, и гуляем, и всем другим занимаемся, вот. Поэтому вот просто фокус внимания, да, то есть казалось бы просто, но нет, не просто, нужно понимать, что вот эти мысли говняные, которые вот мы мысли говняные, на что мы их заменим, вот эти говняные мысли, вот, то есть приведу пример, да, то есть еще для тех, кто присоединился, то есть приводила пример на себе, когда я фокусировалась на том, что у меня нет встреч, нет встреч, нет встреч, нет встреч, их и не было, да, то есть как только я поменяла фокус, как я могу создать встречи, то стали появляться заявки, да, то есть прям в директ пишут, хочу к тебе на встречу, хочу к тебе на консультацию, то есть из нет в плюс, как я могу это создать? И все, то есть, и когда ты начинаешь думать, как я могу это создать, здесь уже подключайте еще и глаза, и уши, потому что иногда к нам приходят возможности, которые вы можете просто из-за того, что пелена на глазках, не увидеть, из-за того, что бананы в ушах, не услышать, поэтому если вы переносите свой фокус внимания на плюс, то открывайте вот эти вот, как это, снимайте шоры, да, с глаз, снимайте, то есть убирайте пелену, открывайте, вытаскивайте бананчики из ушей, вот, и наблюдайте то, что вам предлагает Вселенная, да, то есть что она может предлагать разными способами, это может быть какая-то фраза в телевизоре или там в радио, да, что вы слушаете, кто-то сказал или что-то прочитали там в Инстаграм, кто-то там вот в прямом эфире кого-то услышали, где-то строчку в книжке прочитали, ответы могут приходить по-разному, поэтому здесь уже встаем в позицию ребенка, становимся наблюдателями, исследователями и смотрим, что же Вселенная, какие дары нам приготовила. Вот, те, кто в эфире сейчас находится, вопросы есть про состояние из минуса в плюс? Вот, я еще, конечно, говорю подкаст, я опять забыла положить рядом с собой диктофон, чтобы уже, как говорится, сразу двух зайцев, но вот не получилось, наговорю подкаст, свой телеграм-канал, чтобы эта информация сохранялась, радости без допинга, прям верно, сначала дать мозгу другой, да, вот, я это прям прочуяла, вот, прочуяла это, знаешь, в Москве, когда в прошлом году была на лучшей версии себя, вот, мы же там прорабатывали вообще глубокие вещи, вот 3 дня вот, тренинга и прям очень-очень глубокие вещи с Артемом прорабатывали, вот, и привет-привет, кто присоединяется, вот на лучшей версии себя, ну, во-первых, нам запретили, то есть там алкоголь, вот, потому что мы прорабатывали, то есть сразу, вот только тренинг начался, вот Артём сразу обозначил, девушка, ой, спасибо большое, вот, принимаю, благодарю,
Сразу, то есть нам вот, ну, как только тренинг начался, то есть вот сразу было табу наложено на алкоголь, потому что шли вот эти проработки, чтобы вот эта энергия, вибрация, да, то есть там алкоголя не мешала вот тому, что должно было происходить в те моменты. Вот, и когда ты находишься вот в этих вибрациях, вот в этой энергии, да, то есть без всяких вот этих допингов, это круто. Вот, второй момент, когда мы были на бизнес-форуме в декабре, бизнес-форум у нас был в декабре, первый день у нас заканчивался такой тусой, у нас была туса, я тебя обожаю. Вот, ну, думаю, не за что пока. Вот. Заканчивался тусой, и вот нас было почти 500 человек, диджей, там какой-то он в топ-100 диджеев России входил. То есть, ну, там такая зажигательная музыка, 500 человек абсолютно трезвых. Вот, и я так смотрю со стороны, блин, 4 часа дня, ну, а там просто затемненное, то есть все, да, как будто бы ночь на дворе, то есть, ну, как бы такой подклубешник все сделано, вот, то есть 4 часа дня, 500 человек трезвого народа отрывается не по-детски, просто под зажигательную музыку, это было просто что-то с чем-то. Вот, поэтому, да, нам, мы вот этими искусственными источниками радости вот подменяем то, что мы можем вот именно истинными быть, находиться в счастье, в радости, в гармонии, в любви, в благодарности, да, вот, сегодня, я сегодня на канал выложила, господи, от Тони Робинса тоже, сейчас скажу, что я выложила. Как обрести несокрушимую уверенность, и чуть позже еще выложу 10 минут как упражнение лидера. Красивые, сексуальные. Мои волосы красивые, сексуальные. Так, какой-то тут поклонник у нас объявился. Вот. Поэтому выложу еще такое упражнение, очень-очень мне тоже такое оно зашло, вот, ну, я говорю, что вот я последние дни прям Тони Робинс мне очень заходит, я давно его не слушала, но вот вернулась к нему, он прям такой клевый чувак, и у него появились коротенькие видео, то есть 10-15 минут, они тоже в тренде, да, то есть понимать, что длинные видео не смотрят, вот, разделили его видюшечки на коротенькие. Вот, поэтому, посему, переходите из минуса в плюс, я желаю прям всем вот быть в этой осознанности, и вы реально посмотрите, насколько мир будет откликаться вам положительными моментами, и вот это вот состояние, что это чудо, это прям какое-то чудо, это не чудо, это просто то, что вы сотворили сами своими мыслями, своими какими-то деяниями благими. Вот, поклонник жжет, да, поклонник жжет. Надо Димусечку моего подсоединить к прямому эфиру, чтобы посмотрел, какие тут поклоннички. Вот, поэтому клевенько, приходите завтра, также 8:15, да, стартуем в прямом эфире, я уже свой саботаж, надеюсь, утихомирила, да, по ранним подъемам, сегодня уже все, в 6 утра подъем, все хорошо, вот, а то вот прям мозг саботировал, не хотел вставать рано, вот, не хотел вставать рано и вообще не хотел ничего делать. Вот, тоже, Наташенька, хорошего дня, у меня тут Наташи, Люды, Светы, девчонки, всем хорошего, хорошего дня, и, как это, сегодня будет самый лучший день, помним про это, да, вот, все, все красотки, всех обняла, всем хорошего дня, вопросов нет, все, всем пока-пока, до завтра, 8:15, также встречаемся.